Знакомство с подводным миром Красного моря для многих туристов оставляет совершенно новый след и удивительные впечатления от увиденного на отдыхе. А если это еще и сопровождалось отдыхом в шикарном курортном отеле, то такие впечатления реально увеличиваются. Гостиничный комплекс Coral Sea Sensatori – один из лучших отелей в Шарм-эль-Шейхе, который расположен в живописной безветренной бухте Рас-Назрани с видом на остров Тиран. На территории этой бухты находится еще несколько отелей на первой береговой линии. Это Барон Ресорт, Барон Палмс на второй линии, отель Coral Beach Resort Montaza, Альбатрос Палас и Санрайз Ремал Бич. Это бывший отель Милтон, отель с маяком. Все эти отели соединены общим променадом вдоль моря, и движение туристов по променаду никак не ограничено. По утрам будете побегать вдоль моря. Расстояние от этих отелей до аэропорта Шарм-эль-Шейха составляет около 4 километров, поэтому трансфер до отеля занимает не более 40 минут. Однако эти отели расположены довольно далеко от всех других районов известного курорта. До Напка примерно 9 километров, до старого города 18, до Наама-Бэй 16 километров. Добираться до всех культурно-развлекательных мест Шарм-эль-Шейха придется на такси. Но такси в Египте недорогое, а еще и с таксистами нужно торговаться. До Сохо-сквер всего лишь 2-3 километра, поэтому, находясь в Монтазе, Сохо-сквер нужно посетить обязательно. Каждый из этих отелей заслуживает особого внимания, потому что они расположены на одной береговой линии с шикарным коралловым рифом. Отель Coral Sea Sensatori предлагает комфортабельное проживание в номерах различных категорий. Это стандартный семейный номер с видом на море или бассейн. Улучшенный номер с видом на пляж. Комната над водой с одной двухспальной кроватью. Номер с гидромассажной ванной. Семейный номер с прямым выходом к воде. Полулюкс, спальня плюс гостиная. Люкс Сенсатори с двумя спальнями. Королевский люкс с выходом к кромке бассейна, где имеются две спальни и гостиная, и весь всевозможный спектр удобств. Это, наверное, единственный отель, в котором в стандартном номере ванная комната от спальни отделена стеклянной перегородкой. Уединение в ванной комнате можно достичь, только опустив жалюзи. В номерах помимо кондиционера, телевизора, сейфа и холодильника есть чайник, халаты, гладильная доска и утюг. На всей территории отеля ловит бесплатный Wi-Fi. Питание в отеле Coral Sea Sensatori разнообразное. Рестораны и бары в отеле предлагают широкий выбор блюд различных кухонь мира в итальянском и американских ресторанах. В огромном главном ресторане нет очередей и все вкусно. Традиционные египетские блюда не сильно приедаются благодаря большому ассортименту блюд шведского стола. Спокойная атмосфера и дружелюбный персонал очень располагают к спокойному отдыху как на территории отеля, так и на пляже. Здесь каждый найдет что-то по своему вкусу. От прогулок по побережью, занятий спортом, процедурами в спа-центре до полного расслабления на шезлонгах под зонтиками. Для любителей дайвинга открыт дайвинг-центр. Расположенный рядом захватывающий риф предлагает уникальную возможность исследовать подводный мир и наблюдать за разнообразными морскими обитателями. В отеле имеется игровая комната, детский бассейн, детский клуб, детские площадки. Команда аниматоров заботится о развлечении детей и взрослых, предлагая игры, вечерние шоу и концерты. На территории отеля есть банкомат и камера хранения, несколько лифтов и магазины с сувенирами. Есть несколько бассейнов, в том числе и с подогревом. Есть один крытый бассейн, который работает круглый год. Благодаря большой территории создается ощущение простора и небольшого количества туристов, хотя отель бывает заселен полностью. Просторный удобный пляж, риф на участке между Сенсаторией и Бароном великолепный, очень живой и разнообразный, море чистое, заход в море с понтона, есть небольшой песчаный заход в море,
Отель оставляет хорошее впечатление, куда хочется вернуться снова.